Давно, всем доброго вечера. Давно не были мы в нашей огуречной теплице. Смотрите, перцы какие шикарные. Ну, и здесь у нас томатики, которые надо постукивать, да? Ну, красота какая. То есть скоро мы будем с томатиками уже. Каменный цветок и оранжевый земледелец. Смотрите, как он пошел. Надо его уже пилить. Вроде близко к лампе поставил, все равно. И огурчики у нас даже растут. Начнем, снимем на салатик. И роль начал берет. Поэтому все отлично. Рассада у нас, как мы помним, нашу зимнюю теплицу в ту готовлю потихонечку. Все, будет суп. А, вот тут еще два перца высадил. Подвесил, видите? Как даже в такие вот емкости интересные. Эксперимент. И тут у нас мощная, видите, какая висит. Сейчас мы еще пройдемся вот таким препаратом по листу. Для этого свет обязательно надо всю досветку выключать. Мы приехали специально вечером, чтобы на ночь обрызгать. Вот такой фитодок для профилактики защиты огородных. Потом надо еще триходермином пройтись. То есть это биопрепараты вот такие от торгового дома. Биотехника. Ой, как он, биопрепарат. И сейчас по листу все опрыскаем. Плодово-ягодные, огурцы, томаты, арбузы. Опрыскиваем в период вегетарианции. И все. Сейчас пока надо огурцы собрать. Надо собирать урожай. И потом опрыскать. Ну все, пойдем дальше сейчас. Красиво все, да? И еще буду огурцы новые подсаживать. Убирать, которые, так сказать, слабенькие сорта. Не знаю почему. И подсаживать новые. Подсадим новые, потому что, вот смотрите, вот видите, вот лист все отлично, да? Тут вот чем-то болеет непонятным. Потом идем дальше, здесь даже в углу. Вот видите, он полностью. То есть вот этот выкинуть, например. Ну вот этот вот посмотрим еще, пока будет у нас на рассаде. Здесь даже вот он плодоносит. То есть есть пару сортов, которые, ну, видимо, для теплицы, для вот такого выращивания, как сейчас, не подходят никаким образом. Самый оптимальный оказался это Герольд. Потом тут даже все равно что-то вот с ним, видите, происходит. Это у нас Аэлита, бабушкин секрет. Потом еще у нас вот этот вот тут один шикарный. Это у нас даже, это биотехника Самурай. Вот. Ну, практически и все. Сейчас вот этот у нас сидит такой вот, видите, шикарненький даже. Растет, бьется. Это все супер. Как вам и говорил, мы продолжаем селекцию. Это у нас лихач. Сегодня у нас 23 же. Вот он за 2 дня. Смотрите, какие у нас росточки. Сейчас его присыпем. Потом еще эколь. Вот они, видите, красавцы. По 2 штучки. Будем не жалеть в этом году. Вот еще. Это у нас евросемена Герман. Буду вырывать нахрен все. И садить по новой. Чтобы непрерывный процесс шел высадки и по потреблению огурчиков в салаты. Поэтому всем хорошего дня. Перцы радуют. С помидорками скоро у нас будет томатики черри, каменный цветок и оранжевый земледелец. Перцы вообще огромные. Смотрите, как на дрожжах прям растут. И так ровненько, красиво.